Минимум раз в сезон Ирина Батынская устраивает себе небольшой праздник. Идет в магазин и покупает новую вещь. У Ирины 50-й размер одежды, но это не мешает ей красиво, элегантно одеваться. Главное, как говорит женщина, уметь правильно подобрать наряд. Во-первых, что мне нравится, совершенно необычное сочетание цветов. То, что, на мой взгляд, было несовместимо, в нем оказалось очень даже оригинально сходится. Во-вторых, вот эта обманочка и вообще вот эти рельефы, они зрительно фигуру делают стройнее. Мелкий горох, светлый верх, темный низ тоже визуально стройняют фигуру. Белый цвет, если он правильно обыгран, например, с помощью более насыщенного цвета ткани и завышенной линии талии, поможет подчеркнуть все достоинства. Ирина знает об этом и пользуется этими правилами при выборе одежды. Многие дамы, которые носят вещи 50-62 размера, думают, что яркий цвет привлекает внимание ко всем недостаткам. Ирина, напротив, считает, что цветные вещи делают ее ярче и интереснее. Летнее платье изумительное. Очень тонкий трикотаж, потрясающий коралловый цвет, замечательное цветовое решение, я считаю, очень красиво, легкое, цветущее, поющее и вообще очень такое жизнерадостное. В летнем гардеробе любой женщине должна быть хотя бы одна яркая вещь. На случай пасмурной, дождливой погоды продавцы магазина женской одежды советуют приобрести пончо. Вот в этой модели можно каждый день чувствовать себя девушкой-богиней. Удобно, красиво. Причем любой возраст будет прекрасно смотреться. Это вот стиль города. Удобно, комфортно. Одел и пошел. Нигде ничего не мешает. Любое пончо этим отличается. В магазине «Леди Шарм» большой выбор весенней и летней одежды белорусского производства. Размеры от 46 до 70. Скоро новое поступление коллекции из Турции. «Леди Шарм» теперь не в метрополе, а в торговом комплексе «Кристалл» на Мат-и-Залке. Приглашаются к сотрудничеству оптовые покупатели. «Леди Шарм», Мат-и-Залке, 10Г.